Groovy. Всем хай! С вами Юджин и друзья, добро пожаловать ко мне на плот! Наконец-таки вышла новая глава в игре Raft. Новый третий чаптер, и он же финальный. Последние приключения, последняя пачка приключений ждет нас прямо сейчас. Как торжественно я объявил весь этот геморрой, который меня ждет. Так, боже мой. Казалось мне, на горизонте был город тот, но мы уже, видимо, далеко от него отплыли. Куда теперь-то мы плывем, непонятно. Я же вбивал циферки, помню циферки, 5977. И это в 2000 километрах от меня. Мне нужно развернуться вот туда. Мне казалось, я оттуда и плыл. По-моему, я туда и плыву, кстати говоря. Точняк, я туда плыву. Но мне надо развернуться в любом случае. А, черт, выключилось! Да, придется новую батарейку делать. Стоп. Вот мы развернулись. А развернулись мы для того, что ведь у нас есть супермоторы. Правильно ли они стоят? В эту сторону крутиться? Да, все верно, крутись. Пыхти, мой паровозик. А мы тем временем будем... Что мы будем делать? Давайте попьем воды и поставим готовиться... Блин, нет. Нет! В сраку куснет! Куснет мне в сраку! Черт, да что ж ты будешь делать? Нехорошо я начал как-то выпуск. Я хотел водицы налить. Все, наполнить. Пусть делается. Слушайте, я совсем забыл, как выглядит мой плот. Столько здесь всего. И номер один, привет, я скучал по тебе. Год мы тебя не видели, что? Что? Да ё-моё, погоди. Видели? Да почему я падаю вечно? Да стой! Сейчас уплывет плот! Город. Мы плывем мимо него. Я все-таки правильно сказал, что город там. Но нам нужно вообще в ту сторону, дальше. Значит, здесь у нас куча ресов. Да, всего дофига. Давайте пройдемся, соберем весь хлам, что мы поймали. Его, кстати, очень много. Мне даже уже места не хватает. Давайте-ка все это сложим. Еще бы вспомнить, где что лежит у нас. Хорошо, тут камни, стекло, всякие металлические прибамбасы, болтики. Кстати говоря, посмотрите, у меня две посылки. Я вообще не понимаю, откуда они взялись. Что мне с ней делать? Посылка, интересно, что внутри. Я не знаю, что внутри. Мне что, надо скрафтить какой-то распаковыватель посылок? Вау, смотрите, очень жутко это все выглядит. Прежде чем мы займемся распаковыванием посылки, нам надо сделать новую батарею. Мне казалось, я где-то ее видел. А, она разряжена. Как крафтить-то вообще точно? Стол с рецептами. Значит, обычной батарее нужен медный слиток, 3 хлама и 6 пластика. Погодите, что? Смотрите, устройство для переработки. Соковыжималка, стакан, столько всего нового у нас есть. Да, ведь с обновлением кучу всего притащили в эту игру. Как много всего мы выучили нового. Хорошо, 3 пластика, немножко хлама и медная руда, медные слитки. Что ж, батарейка готова. Нам бы еще подзарядитель для батареек найти. Ставься. Вот, хорошо. Итак, мы, кстати говоря, очень даже ровненько плывем. Осталось немного, и мы познаем все величие этого нового обновления. Что там будет, никто не знает. Тем временем нужно вспомнить, чем мы били нашу любимую акулу. У меня же вроде было какое-то адское копье, по-моему, нет? Отравленное. Да, вот есть металлическое копье. Зачем мне копье, если есть мачете прекрасный? Но так ли он прекрасен, я не помню. Всегда, когда я через год возвращаюсь к игре, ощущение, как будто я впервые ее вижу. Я ничего не помню. Ой, сколько времени мне нужно будет снова осваиваться. А что произошло? Чё хромаем? О, нет. Давление на нуле, да поешь налево. Что такое? Требуется мед. А есть ли у нас мед? О, смотрите, тут похлебка. О, хорошо пахнет. Потом ее попробуем. Где же мне мед добыть? Смотрите, есть банка с пчелами и есть соты. Так, возможно, это позволит нам добывать мед. По-моему, кстати, так и делается. Мед, соты и стекло. Кто бы мог подумать, 6 сотов и стекло. Ну где логика? Как из этого можно сделать мед? Может быть, стекло это, чтобы банка получилась? Кто его знает? Ладно, у нас получилось 2 меда. Ну и сразу, раз уж крафтим, нужно сделать мощнейшее копье. А, погодите, мачете есть оружие 3 уровня. Значит, будем мачетом бить акулу. А, блин, кстати, об акуле. Вон она. Как ты смеешь? На тебе. Фига себе, с одного удара. Ремонт. Нечем ремонт. Блин. Довский взял? Есть чем ремонт. Ладно, давайте добавляем мед. Положить. О, пошло. Сразу 2 меда. Кое-как оно кряхтит. Хоть немножко подгоняет. Опа, плот. Посмотрите, какой лажовый лузерский плот. Не то что мой. Эх, просто чудо плотостроения. Этот плот построил бы, знаете, психопат, который бы во сне увидел его. А я такой увидел наяву. Представьте, какой я псих. Давайте медленно подплывем спокойно к нему, посмотрим, что там есть. Опа, смотрите. Эй, номер один, там твой друг. Давайте чуть-чуточку в сторону, чтобы прям к плоту примкнуть. Мы его присоединим к себе, поглотим. Это как Агарио. Мы поглотим его и станем больше. Почему это он в сторону отъезжает?
Он пытается нас обогнуть. Я не понял, это пугало что управляет им? Что за прикол? Не сметь от меня уходить. Ну-ка, да говна всякого. Все, потонул. А, чертовы подсъемы, это вообще не в тему было. Что у нас там? Опа, мы смещаемся. Нетушки, нетушки. Типа вот так. 800 метров осталось. А это что такое? Чайкин отель, точно. Wi-Fi не работает. В 12 свали. Когда-то я считал это очень забавно. И сейчас считаю. Мои летсплеи всегда были смешными и остаются такими. Вот почему мы с вами уже столько лет вместе, друзья. Потому что качество не падает. Оно проходит проверку времени. И сейчас пройдет. Сколько у нас время? Часы стоят. Тем временем осталось 750 метров. Я не могу столько ждать. Давайте берем топливо и заливаем. Все, ускоряйся. Пошло? Это что, по-вашему, пошло? Что происходит? Ты почему топливо не вырабатываешь, говно? А, погодите, я вот и активировал его. Вот! Ну, прекрасно! Так мы быстро домчим. Кстати, нужно еще немножко барахла кинуть, чтобы оно производило больше топлива. Я не знаю, чего кинуть можно. Да, может быть, грибы? Да, пусть будут грибы. Ну, не томи, ну сколько еще? А, 600. Ну, че там, а? Ну, постоянно отклоняемся. Оно что, тоже плавает? Оно пытается меня избежать? Какого дьявола? Что произошло? Топливо закончилось. Вы посмотрите, какое говно происходит, а? Просто взгляните на это. Быстро работать. Все дело в том, что течение совсем в другую сторону меня тащит. Поэтому я отклоняюсь постоянно. Давай, 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 подкручивай чуть-чуть. Слушайте, эта штука и правда пытается от меня уплыть. Так, 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 так. Чуть-чуть игра пролагала. Вон оно, вон оно, вон оно, вон оно, видели? Вон оно, блин. Поворачивай. Огромный кран строительный. Это очень величественно, но нужно сыграть соответствующую мелодию. Чтоб тебе опять топливо закончилось. Ладно, давайте аналоговый двигатель. Парус. А пока мы доплываем, давайте половим немножко рыбы, а то мне что-то совсем плохо с едой. Из нововведений, кстати, смотрите, мы можем теперь выбрать наживку для нашего крючка. Червячок, какая-то штучка, висючка и рыбка. Но у нас этого ничего нету. Опа, у нас, оказывается, есть куча биотоплива. Какого фига я не посмотрел сразу. Давай, наполнить, наполнить. Все, погнали, наконец-таки, а то мы уже прилично отплыли от этого места. Все, никак не могу добраться. И, кстати, пока я рыбачил, я нашел интересные штуки. Это свеча в бутылке и башмак. Номер один, ты ж теперь будешь с модной обувью. И свеча будет твоя. Что это такое? Походу, здесь начали только строить город на воде, но не завершили строительство почему-то. Походу, это зиплайн. А вот и причал. И только с помощью зиплайна можно будет попасть на эту сторону. Но туда нам и нужно, по-любому. Ага, мы прибыли. Все. Тррррр. Все, успокойся. Успокойся, мой жеребец. Все, бросить якорь, стёп. Все, зафиксировались. О боже мой, начинаются приключения. Но идти на поиски приключений без вкусной жратвы я ни в коем случае. Нет, это не по мне. Возьмем вот это блюдо. И возьмем вот эту сельдь готовую и водицы. В целом у нас есть все. Теперь давайте поспим на дорожку. И чтобы вот красивую погоду солнечную пойти изучать новые земли. Буль, 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 буль. Я плыву. Как нам сюда проплыть? О боже мой, никак. Вот, надо же так. Сразу запороться. Подожди, что ты от меня хочешь? Ах, ты хочешь, чтобы все было сложно, блин. Ты хочешь, чтобы настолько все было сложно? Я даже не знаю, что делать. Она здесь плавает где-то и хочет меня. А-а-а! Убьют. Убьют, убьют же нафиг. Так, все оказалось гораздо сложнее, чем я думал. Во-первых, нам нужно... залечиться нормально. А для этого целебный бальз возьмем. Помазать. О, приятно. Оставим ее здесь. Пусть будет у нас. И нужно взять еще акваланг. У нас, по-моему, где-то был. А, вот, значит, ласты и кислородный баллон. Как-то так. Одел, вроде бы все окей. Давайте протестируем. А, вот и непонятно, работает оно вообще или нет. Кислородный баллон, ты работаешь? Аль как? Но он по-любому работает, просто почему-то я не вижу, чтобы он работал. Опа, старый башмак номер два. Номер один, тебе пипец, как сегодня везет. Смотри. Опа, какой модный мальчик. Ладно, мы немножко поели, немножко попили. У нас есть еда, все есть. Давайте попробуем теперь. Посмотрим, что там. Значит, вход точно здесь.
Потом мы даже как-то пробраться вот сюда и через эти лабиринты. Блин, ну не придумали, конечно. Ныряем, там разберемся. Плывем сюда, потом наверх. Стопэ. Пролезли. Пролезли. Это казалось проще, чем я думал. Блин уж! Увидели, как это киношно было? Как это жутко было сейчас. Акула, ты можешь меня удивлять еще. Мы, блин, здесь. Такие пришли чисто с водичкой. Что тут у нас? Очень пустынно на вид. Ну тут точно никто не живет, кроме рабочих. Опять эти твари? Да ж сколько их здесь? Откуда вообще беретесь? Давайте так, чтобы не агрить. Понятно. Сейчас копьем тебя. Фига! Я помню этот трюк. Да что такое? Вот как копьем пырять, я не помню. От! Сдохло. Все, забрать стрелы и давайте превратим ее в еду. Мясо и стрела, прекрасно. Ну что, давайте вовнутрь войдем. А сюда нельзя. Вот здесь, по вот этим вот складам, наверх. А могу я этой штукой воспользоваться? Пожалуйста. А, нет. Но тем не менее, он не просто так здесь стоит и такой весь цветастый. И здесь есть записка. Вчера приплыл псих, который разговаривал с куклами. Их споры меня изрядно позабавили. Пожалуй, мне тоже не хватает общения. Мужик забрался на самый верх к спутниковой тарелке. Он звал по радио какую-то Астрид. Мне показалось безуспешно. Астрид, где же ты? Неловко признаваться, но я спер одну из его кукол. Ее зовут Миранда. Этот кукловод уплыл час назад, а до этого весь день истерил. Ха, странный народ пошел. Нам нужно по-любому сюда, как старых добрых платформеров. Поэтому кацанусь. Ну давай, сеть меня уравновесит. Вот так, хорошо. А как батька? Вот, молодец. Блин. Нет, 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 все, не хочу. Стоп, погодите, а почему я не хочу убивать эту крысу? Мне же нужно мясо, мне нужно много еды. Оп, посраки. Оп, продолжаем наше восхождение. Что, чайка? А, такой был соблазн сейчас выстрелить в нее, но нет, 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 нет. Надо экономить стрелы, у меня всего 8 штук. О, здесь будет страшно падать. Оп. И даже сельдь нужна была мне помощь. Я сам справился, я молодец. Такой самостоятельный стал. И мы тут. А это что такое? О, нет! О, нет! Кто это сделал? А, боже мой. Ладно, сейчас мы разберемся с ней. От. Мне не очень понравилось это гнездо. И вот это гнездо. И это даже не чайкино гнездо, это, по-моему... Опа, здрасте. Припасы. Это, по-моему, гнездо огромной птицы, которая камнями кидалась в прошлом чептере. Мы уже почти здесь. Теперь надо только ползти наверх. О, дофига ползти. Мы тут. И здесь очень стрёмно. Я не люблю высоту. Вот прям совсем. О, подождите. Во-первых, мы можем зиплайн использовать. Это да. Но мы можем также использовать кран. А, нет, погодите. Кажется, он... Что такое? Бананы! Только авторизованно написано персонал. Тут изменил на авторизованные бананы. Нужно потянуть рычаг. Требуется ключ журавля. Это надо еще выше ползти. Мне кажется, что ключ журавля будет на той станции. Предмет. Что за предмет? Огромный арбуз. Арбуз-то хорошо. Записка. Люди ко мне заглядывают, но надолго не задерживаются. Почему? Наверное, потому что я краду их жалкие пожитки. Сегодня были какой-то мужик и мальчишка, Рубин и Детта. Они попали в шторм, им надо было пополнить запасы. Когда они уснули, я стырил у них целый набор инструментов. Примитивный, конечно, зато рабочий. Утром они так взбесили, что сразу отчалили. Вот умора. Какой неприятный, однако, человек. Чертеж электрогриля. Ну все, мы будем с электричеством работать, походу, теперь. И еще ящик с кучей хлама. А ключа не дали. Но это не страшно. Мы еще можем поползти наверх. И мы наверху. А тут ящик. Опа, я уже забит полностью. Слушайте, а здесь все, кажется. Теперь нужно на ту сторону идти. Ну, я готов. Оп. А, да, я тут же отскок есть. Все как и прежде, ничего не поменялось. Тут, в принципе-то, ничего нету. Только вот эта вот будка. И здесь ничего нет. Стоп, серьезно, это все? Это все? Давайте думать. Исходя из того, что мы видим. Вот эта куча мусора висит здесь. И нам, мне кажется, нужно ее то ли сюда прокинуть, то ли притянуть к себе, к кабине, чтобы там что-то найти. Для этого нам нужен ключ. Ключа здесь нигде нету. Если его здесь нету, то он там. Вот в этой части где-то, где я не нашел. Значит, выбора тут другого и нету. Надо прыгать и плыть туда. Погодите, я, кажется, понял. Не надо идти туда. Здесь есть хлам. И нам нужен ключ. А ключ металлический. Тут же есть металлоискатель. Нам нужна лопата и металлоискатель. Вот что. Надо вернуться к плоту. Ах ты ж гадина. Прям прочувствовал, что я собираюсь сделать. Ладно, я один удар переживу. Прыгаем. Оооо, это что такое? Это что такое? Погодите. Погодите-ка. Что за чудо? Так, я поторопился с выводами. Не нужен никакой металлоискатель.
Что? 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 Что это было? А, я встал на шипы, походу. Окей, извините. Так, нам не нужно сюда. Этот чел нам, оказывается, ловушки сделал. Аккуратней. Запрыгиваем. Дверь закрыта с другой стороны. Ясно. Валим. Так, что-нибудь важное, что-нибудь важное, что-нибудь важное. Есть что? Непонятно. Смотрите, что-то важное взял. Каска какая-то. Сейчас погибну. Гибну. Требуется какая-то фигня. Нам надо вернуться на плот. Ух, каска строительная. Кто-то оставил настройки. Оденем. Давайте вспоминать, что у нас по металлоискателю. Металлоискатель, вот он. Требуется батарейка обычная, хлам и куча пластиков. У меня этого дофига. Готово. Ну теперь мы как следует затарились. Тогда ныряем. Тут же можно прямо еще глубоко вниз. И походу здесь мы зарядимся. О-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Что за какого нафиг? Что за подземные толчки? Блин, а давайте так сделаем. Металлоискатель. Какого? Ну ты тварина. Что-то я как-то не ждал ее здесь. Так, что там с детектором? Походу не работает под водой. Значит, можно еще ниже. О, осторожнее, 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 прячемся. Строительные леса нас защитят. А кто защитит меня от кислорода? А точнее, от его отсутствия. О, вот, вот он. Не, мазь. О, блин, да чтоб тебя! Где мазь, где мазь? Быстрей! Ух. Болен. Так. Потерять... 2/3 своего инвентаря, боже мой! Акула, ты хороша. Ого, металлоискатель есть. Мачете есть. Не так страшно. Могло бы быть гораздо хуже. Ладно, блин. Лопата даже есть, отлично. А, но зато я потерял зиплайн и акваланг. Изготовить. Ласты изготовить. И блок для зиплайна изготовить. Мне так просто не остановить, акула. Остановить меня может лишь... желание поспать. Я поспал, и теперь меня ничто не может остановить. И желание поесть. Все, я готов. Я готов. Я есть опасность. Окей, давайте смотреть, что мы тут упустили. В хламе ничего нет. В хламе ничего нет. В хламе ничего нет. И что, игра? Вот так, да? Все? Вот так ты решил обломить мои... жалкие позорные догадки. А, что же мне делать? Ныряем. А вот что мы еще не увидели здесь. Посмотрите, тут можно очень низко нырнуть. Давайте попробуем. О, блин, супер низко. Вот смотрите, G. Что значит G? А вот оно. Что так? Требуется ключ от хранилища. Да где же я тебя насру, этот ключ от хранилища? Ладно, однако есть уже какая-то зацепка. Ясно, где искать надо. Ведь если из этого здания валит воздух пузыриками, значит здесь есть воздух внутри. Оно герметично. Погодите. Ага, здесь мы не пройдем. Придется вернуться на плот, ибо я не взял воды. Естественно, я не взял воды. Пока я эпично готовлюсь, думая об одном, я забываю про другое. Почему я не могу сквозь эту дырку пролезть? О, боже мой, так сложно все. О. Хотя, погодите, это ж хорошая мысль. Акула! Загляни ко мне в окошко! На! Промахнулся, ну ладно, ничего страшного. Есть! Немножко боли. Ты познаешь боль. А. Оно сдохло. Ай, как приятно это. Из окна свесилось. Не прыгай, акула, пожалуйста. Но все равно, можешь делать, что хочешь. Вот смотрите, строительные леса куда-то вниз уходят. Боже мой, да что же это за сотрясения такие? Походу, этот город начали строить снизу. И только потом решили его продлить наверх. Смотрите, на стене тоже написано G. Может быть, нажмите G, чтобы пройти этот уровень? Не знаю. Нам никуда не пробраться здесь. И здесь абсолютно ничего нету. Стоп, 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 стоп. Мы нашли. Кажется. Это G. Это ящик. Это биотопливо хлам. Да какого хрена? Почему? За что? Что значит G? Что ты от меня хочешь, игра? Куда же мне плыть? Вот сюда мы, к сожалению, никак не можем пробраться. Только избавившись от этих медуз. Они электрические. Электрические. И как раз-таки над ними висит этот груз. Это означает, что ключ мы должны найти гораздо раньше. А тут написано G тоже. Что ж, мы вернулись на плот. Нам отгрызли опять кусочек. Я не смог отомстить. Но мы все это сделаем в следующей серии. Огромное всем спасибо, что смотрели. Если вам понравилось и хотите увидеть больше, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, вступайте во все мои соцсети, они будут в описании под видео. С вами был Юджин, друзья, увидимся очень скоро. И всем 5!